Внимание! На ваш счет зачислено 250 тысяч. Шла загрузка, я получил деньги, теперь новая загрузка. Я бы даже сказал, я единственный разработчик этой игры. Единственный разработчик? Да, да. Ты на андроиде, наверное, создал. Потом все файлики собрал и получилось... На этом, как он, на сорсе делал. Ну, я много модов сделал для сорса, чтобы была крутой игра. Да, нормально, нормально. Да, да, да. Каждая деталька, каждая пылинка — это все моих ног творение, так сказать. Я еду к тебе. Вон, я вижу тебя. Я вижу тебя. Поехали. Что, на задание? А, подожди. У меня, наверное, оружия нет. У меня ничего нет. Короче, поехали за оружием сначала тебе. Ну, поехали. Поехали с ветерочком. Поехали. Чё мы остановились? Вот оружие. Ну ладно. Так, я хочу переодеться. Да, я маску хочу одеть. Блин, есть так валангские костюмы. Да, да, валангские вообще клевые. Чтоб плавать. Но они дорогие, пиздец. Они слишком сексуальные. Ну и говно. Интересно. Я что-нибудь стильное хочу себе найти. Такое сексуальное. Все. Так, жилеты какие-то. Так, я теперь играю не в GTA, а в Watch Dogs. Блин, тут еще куча ботинок. Нет. Нет. Их миллиарды. Так, сейчас я броню. А чё, зачем тебе портфель? Это парашют на всякий случай. На какой всякий случай? Ну, блять, мало ли там какая-нибудь хуйня начнется. Так. Так, ну-ка, может быть, здесь зайти? Я буду на свалке. Сейчас, подожди, подожди, я тебя приглашу как-то. Как раз у меня одежда для свалки. Блин, где я? Я в туалете, я в туалете. Блять, выйди, выйди к бару, к бармену. Я бегу. Все, за мной, бежим. Мне кажется, тут какой-то замес может начаться просто. Так, я тут. Так, встаю. Блин, их миллион. Там мой мотоцикл остался. Я туда заехал на мотоцикле. Блин, где они? Бля, я умер. Ты умер в натуре? Да. Блять, меня убили тоже, сука. Замечательная миссия. Ну, оружие говно какое-то. Оружие говно, да. Так, теперь я бегу на этой миссии. Я захожу, короче. Ну, тут уже менты. Да похер, заходим. Ты видишь заход? Ну, я бегу в твою сторону. Тут бабища, я бабища замочил с дробовиком. Блин, у меня дебильное оружие какое-то. Мне нужен калаш или типа того. Блять, меня убили. Стреляй, ты меня убил. Они меня убили за это. Так, в толчке у них чисто. Нет никого. Я убиваю их с ипподрома. О, вот и сейф. Вот сейф надо взломать. О, это полицейский! Я чтобы меня кто-то прикрыл. Я убил полицейского, бегу. Где сейф? Где сейф? Я не знаю, я бегу. Вот он ты. Взламывай. А где деньги-то? Вот они, мешок. Все. Деньги у вора написано. Так, я на моцик на их сажусь. Мне нравятся их моцики. Ну давай, я с тобой сяду. Не, я. Возьми еще один моцик. Да. Так, а чё, менты нас уже не разыскивают? Ставьте деньги в точку. Сейчас будет пиздец самый. Ну, надеюсь, на меня это не отнесется. Квест-то твой. Блять! Че, ты врезался? Да. Засмотрелся на карту. Блин, я теперь не могу мотик взять почему-то. Пипец. Что там пишет? Че пишет? Ну, он просто перевернутый стоит. Сейчас я попробую. Бля, прикол. Все, я его опрокинул, короче, ногами и взял. Давай, я остановился немного. Да, едь. Только чуть ладно, помедленнее. Ладно, оставшееся время 20 минут. Я медленно еду. Бля, у меня лопнуло колесо. Пиздец. Возьми что-нибудь, машину какую-нибудь. Да я доеду до тебя и сяду на твой мотик. Блин, че, офигеть, там колесо, прыгай. Ну, я нажал. Да? Поехали. Какие же мы бандиты. Стоп! Если сколько денег дадут? Подожди, остановись. Че такое?
Сейчас, подожди. У меня, короче, появилась надпись «Украдите деньги у вора». Надпись «Украдите деньги»? Стой, стой! Найс. Блядь, ты меня пристрелил! У меня задание такое, прости. Так. Заебись. Доставьте деньги в точку сбора. Заебись, он на мой мотик убрал, забрал. Мне этот вообще-то. Блин, у меня квест этот почему-то так написали. Я не виноват. За прикол. Заебись, ты меня пристрелил, когда я уже почти приехал. Слушай, бля, нет, нет, быстрее, нет, нет, нет. Бля, я себе квест взял, думал, сейчас денег заработаю. Остановитесь, остановитесь, нет, не добейте меня, блядь, быстрее, быстрее, сука. Найс, выполнено. Заебись, не сумел доставить на точку сброса ни одной сумки. Да, да, ща подъеду. Где ты? Блядь. Это было смешно. Ну, это было скорее неожиданно. Это было как в фильме. Блин, нет, ну, блин. В бар или в магазин с едой. Я поставил метку на магазин. Ой, а что случилось? Что случилось? Машина врезалась. Пропала. Метка на магазине? Что за магазин? Да блин! Нас били. Да я вижу. Так, поехали отсюда. Только аккуратнее. Да? Пивасик, это... пивасик. Давай деньги, давай. Давай деньги. Быстрее. Найс. Так, посмотрим, какие тут есть причесочки. Ой, какие у меня усики. Блин, какой у меня урод персонаж, просто уродичный. А чё ты такого создал? Я типа полурандомного. Во, я буду чуваком из аниме. Найс. Блин, моему персонажу вообще ничего не идет. Блять, ты меня замешишь. Бля, он похож на меня. Он похож на меня. Сейчас я рандомное делал. Я сейчас бакенбарды сделаю, он похож на меня. Внешность. Вылитый я через лет 7, мне кажется. Ну-ка, какая помадка тут? Блин, с помадой еще больше на меня похож почему-то. Блять. Это странно. Все, я иду. Не пугайся. Если увидишь пацана вылитого, похожего на меня, не пугайся, это я. Фига, похож, реально. Блин, причем это странно, я ему сделал красные волосы, и как он может быть похож с красными волосами? Реально похож стал. Да это вообще странно, типа у меня ж не красные волосы. Блин, я теперь должен одеться, как я в жизни одеваюсь. А шарфы какие-то пидорские. Во, у меня была почти такая майка раньше. О. Блин, я начинаю бояться своего персонажа, мне кажется, я переношусь как-то выберу. Браслет. Господи, что у тебя за штанга? Да у меня шорты кожаные. С обрезанием сделал. Сначала обрезание, а потом штаны. О, штаны. Брюки грабителя. Говно. Блин. Прикинь, я нашел точно такие же штаны, которые как на мне сейчас. Офигеть. Хера себе. Тут тёлка какая-то с жопой клёвой выбирает ботиночки, прикинь. Я не шлёпну её, а немножко вздрачну. Так, найс. А тут джинсы есть вообще? Найс. Чёрты, рабочие джинсы. Так, джинсы неплохая попка, найс, найс. Пендра. Блин, это мужик. Он, прикинь, я дрочил на мужика. Один чувак, знаешь, что делал? Короче, он меня... На меня какую-то херню наколдовал, я не мог двигаться. И, короче, он на меня деньги пачками кидал, у меня там 100 тысяч накопилось. Ни хрена себе. Я подумал, что еще, не дай бог, меня сейчас эту хуйню забанит, я, короче, вышел из игры. Испугался. Блин, противный звук этого мотоцикла какой-то. Да, согласен. Красный был получше. Какой-то гейский, я бы сказал. Как будто у меня парень гей, он мне капает на мозги, типа того. Типа, зачем ты смотри... Ты отвлек меня. Да зачем стрелять? Да зачем? О, деньги. Найс. Я как бы наказал за то, что мы разбились, как бы. Чтоб ты больше никогда этого не повторял, понимаешь? Замечательно. Лучше съезд. Так, где мое оружие? Так. Блять, нахуй. Подожди. Нужно срочно остановиться. Я еще не выехал. Не надо останавливаться.
мы сейчас доедем до Маска, там что-нибудь другое возьмем. Ты уверен, что это был съезд? Блять, не особо. У меня написано, что я стритрейсер. Теперь понятно, почему ты так водишь. Ну, когда я зажму твой... Пах, красиво бахнул. Замечательно, замечательно. Так, где-то здесь маски были, я помню. Да. Где-то рядом с травкой. Во, вот это найс. Так. Что ты себе купил? Пакет на голову. Так. Пакет? Да. Да не, для всех персонажа. Сучка. Блин, что с ней не так было, я не понял. Блин, прикольно, когда маску одеваешь и от первого лица включаешь. Я сейчас за тёлкой гонюсь, как маньяк, она орёт. Это странно. Да, она боится меня. Ой, я почти догнал. Найс, вырубил. Ух, какая жопа. Какая жопа. Блядь. Сочная тёлка была. Так. О, найс, я дымлю папироской. Покурили, покурили, найс. Блин, походу сюда не приезжает скорая. Какая жопа, господи боже. Ай-яй-яй, меня бить хотят. Блин, выходи, блин. Так, теперь татуху пойду сделаю. Так, блин, а чё у меня зависла игра? Ты ударишь меня или нет? Да, я сейчас тебя на машине задавлю. Ну, блин, не насмерть же. Чуть-чуть бочком как-нибудь там. Может, отвиснет, я не знаю. Все, сбил тебя. Не, не отвисло.